вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы свяжем, девчонки, бомбер. По вашим просьбам, не одна, несколько было у меня этих просьб. И вы знаете, все-таки решила я его связать подробно, потому что эта модель для новичков самое оно. Эффектная, быстрая, что тоже немаловажно. Вот. И простейшее в исполнении. В принципе, даже этот цельновязанный капюшон совсем простой, по сути, в исполнении. Сейчас все мы с вами подробно разберем. Сколько пряжи у меня уйдет, я не знаю. Но уже как бы я напишу в данный момент, пока не знаю. Ализе Ангора Голд, цвет шафран, номер цвета сейчас скажу. Потому что всегда забываю сказать номер цвета, а девчонки потом спрашивают. 100 граммов, 550 метров. В любом случае, вы заменить можете на любую вот эту вот ангористую пряжу. Где у нее смотреть, скажите, пожалуйста, номер цвета. Где номер цвета? Где, где, где? А, вот он, цвет 02, девчонки. Шафран он называется. Я люблю этот цвет, мне он идет. Вы знаете, мне не идут все оттенки зеленого, все оттенки синего, голубого. Синий, темно-синий идет. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца «Турецкая пряжа». Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Инстаграм. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Вайбер, Ватсап, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести. Не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками. Все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Так, вязать будут два сложения. Пока у меня полкилограмма, там разберемся, там увидим. Полотно, видите, оно воздушное, такое рыхлое. Я не хочу его как бы вязать тонкими спицами, потому что оно будет плотное и будет стоять колом. А нам нужно, чтобы полотно было мягкое, уютное такое, максимально приятное. Поэтому у меня вот такая вот плотность. Достаточно свободно я вяжу. Спицы 5 миллиметров. Вот, один размер спиц используем, что тоже очень удобно. Не будем мы снимать, переснимать разные спицы. Значит, считаем нашу плотность вязания. А, что значит? У меня ширина изделия, это не окружность бедер, это я измерила по своему джемперу ширину, вот какую я хочу, ни много ни мало, то есть чтобы она и не была в обтяжку, и не была сильно свободна. Поэтому я измерила 57 сантиметров, у меня как раз мне нравится вот эта вот ширина. Вот, вязать я буду в круговую. Ну, это сейчас мы все разберемся. Длину джемпера я решила, тоже померила, 60 сантиметров сделать тоже. И не короткий он, и не длинный, вот такой вот средненький. Значит, еще мне нужно измерить, это я измеряю визуально, 25 сантиметров, где-то ширина рукава. Рукав у нас будет ровный и фонариком внизу. Давайте
Нет, 25 мне нравится вот этот. Давайте 27 все-таки. Значит, что это значит? Значит, строим мы нашу выкройку. Она у нас будет цельнокроенная, цельная. Значит, что это значит? Что здесь у нас и вперед, и спинка, просто передняя деталь разделена как бы на две части. Но все равно это значит, что у нас два раза по 57 сантиметров, а это значит, что у нас в общем 114 сантиметров. Пока мы набираем вот общую ширину 114 сантиметров, нам нужно набрать. И длина у нас 60 сантиметров, и на рукав у нас 27, значит, до проймы, вот что мы будем вязать ровной деталью, вот таким вот полотном 33 сантиметра, 33 сантиметра. Вот это нам понятно. Теперь так и считаем плотность, количество петель, которые нам надо будет набрать. Значит, у меня здесь 20 петель, 20 петель это 15 сантиметров, и нам нужно набрать x 114 сантиметров. Считаем. 20 умножить на 114. Что мы делаем? Мы умножаем вот эти вот два числа. Здесь у нас сантиметры, здесь у нас количество петель. И делим на вот это вот число. И получается 152 петли. Нам нужно набрать, вернее, мне нужно набрать, чтобы получить вот эти 114 сантиметров. Не учла еще одну вещь. 151 петля, одну я убираю, потому что количество петель у меня должно быть нечетным, чтобы красиво получался край изделия. Поэтому я округлила в сторону минус, потому что вязка пышная, и это не страшно. Значит, 151 петлю я набираю. И набираем на одну спицу, так удобнее. Не затягивая, но и не свободно. Обычным способом. Теперь я здесь делаю узелочек. И первый ряд мы вяжем резинкой 1 на 1. Лицевая, вот то, что я говорила, здесь начинается лицевой и закончится лицевой благодаря тому, что у нас нечетное количество петель, и оба края у нас будут очень красивыми, ну, одинаковыми и красивыми. Ой, я прям не могу сдержаться, мне так нравится цвет. Так, конец ряда. Внимание, девчонки, кромочные мы будем вязать лицевой петлей. Вот. Последняя петля у нас лицевая, и кромочная тоже лицевая. Смотрите, я просто попробовала вот такой вот край. Если вы хотите такие косичку край, вы можете сделать, но мне нравится вот лицевой, вот такие вот узелочки, и мне кажется, краешек более красиво как бы оформлен, поэтому я буду делать лицевой, а вы смотрите. Так, второй ряд, изнаночную петлю я провязываю, а лицевую переснимаю сзади, перетягивая наперед. Этот способ подробно я добавлю в видео в описании под Instagram ссылочку на подробно на этот способ, и оформим край изделия красиво вот таким вот образом. Так я вяжу до конца ряда. Кстати, я опять сказала вам про английскую резинку. Это не английская резинка, это пышная резинка. Она более компактна, чем английская. И вязать мы будем ею. Как по мне, то она намного проще, чем пышная. Ой, чем английская. Не надо заморачиваться над накидами. Так, ну, вяжу я до конца ряда. Так, и конец ряда. Последняя кромочная, тоже лицевая петля.
Далее начинаем вязать нашу пышную резинку. Вяжется она очень просто. Мы вяжем не классическую петлю лицевую, да, а под петлю на ряд ниже. Вот она дырка. Видите, я продеваю спицу не сюда, а на ряд ниже в дырочку. Изнаночную вяжем без изменений. Только лицевую мы вяжем таким образом. В обеих рядах, и в лицевом, и в изнаночном. Вот это и есть весь узор. Просто вяжем все лицевые на ряд ниже. И продолжаем таким вот образом. Я повторюсь, я вяжу свободненько, чтобы было пышное такое, объемное, нежное и уютное полотно. Все, продолжаю и вяжу 33 сантиметра в высоту. Так, девчульки, провязала я. Сейчас найду свои записи. Так, значит, провязала я 33 сантиметра. Сейчас вам покажу доказательства. Ну вот, если нужно было бы, конечно, еще ряд связать, но это же без стирки, правильно? Ну, 32 получается, ну если 32,5. Ну, будем считать, что 33 еще же постирается, правильно? Тем более английская резинка, она такая рыхлая. Так, что теперь мы делаем? Теперь мы разделим наше вязание на три части. Вот эти вот три части, то есть отделим две полочки и спинку. Значит, у меня 151 петля, 151 петля. Я вот эту одну как бы округляю до нуля и делю на 2. И получается у меня 75 петель на спинку, 75 петель. И 75 плюс вот эта одна, 76, на 2 передние детали, которые я тоже делю на 2. И это будет 38 петель. 38 38, и по центру у нас 75. Так, отделяю я маркерами. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19. Ой, а что? Ну да, 38 же шпитель, 19, все правильно. Значит, я сюда даю маркер. Так, и с другой стороны, и потом центральные петли проверю. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Есть. Так. Что еще хотела сказать, не сказала, что я начала вот с ровного края. Я просто так хочу, девчонки. Я хочу рукав точно так же сделать, то есть вот так вот, чтобы у меня было без резинки. Вот так мне почему-то хочется. Вот, вы же можете тут начать с резинки, тем более, если вы мужской кардиганчик вяжете или детский, это уже ваше предпочтение. Так, я считаю, здесь у меня должно быть 75 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 70 1 2 3 4 35 70  1 2 3 4 5 70. Теперь я вяжу вверх. Вот у нас осталось вверх провязать 27 сантиметров, но здесь у нас должен нарисоваться вырез, как бы углубление на горловину, которое у нас составляет 10-15 сантиметров, в зависимости от того, если 10 это детская, то женская 12, да, мужской 15, если это мужской бомбер.
Вот, давайте я возьму 12 сантиметров. Будет у меня вот это вот углубление. То есть мне нужно до него провязать 15 сантиметров. Сейчас я вяжу ровным полотном, без ничего, просто одну вот эту полочку до вот этого маркера. Что не так, вернее, в чем изменение еще у нас, что вот здесь вот в районе проймы я буду кромочную вязать здесь. Я, видите, вяжу лицевой, там же я буду вязать изнаночной, чтобы нам легко набирать петли потом для рукава. Вот. И вяжу 15 сантиметров одну вот эту вот полочку. Так, я провязала, девчонки, смотрите, ряды не считаю, по вашим рекомендациям, девчонки, что удобнее, я согласна, что удобнее в сантиметрах, потому что у каждого своя плотность, вы вяжете свой размер. Вот сейчас я вяжу в данном случае размер М на себя, поэтому вот примерно, чтобы вы ориентировали. Значит, сейчас у меня 48 сантиметров, вот. И я буду делать вырез горловины. Для этого здесь у меня, значит, 38 петель. Для выреза горловины, давайте его я вот так вот нарисую побольше здесь, чтобы было видно. Значит, оставляю вот здесь вот 10 петель на вспомогательную спицу. Вспомогательная спица, ну, я их сначала провяжу и оставлю. Вот в чем удобство, видите, с заглушками. Я эти петли потом буду использовать и буду их, оставлю их на леске просто с заглушками, потому что их у нас будет больше петель оставленных. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот эти петли я переснимаю, я их не закрываю. Я их просто переснимаю. Если у вас булавка, вы пользуетесь, пожалуйста, используйте, конечно же. Ну, не хватает этих спиц для таких целей. Вот. Ставлю вторую заглушку и оставляю. И теперь буду вязать вот эти вот боковушки сокращениями. Итак, для горловины я отделила 10 петель, вот они, которые оставила на дополнительной спице, вернее, ну, на леске с заглушками. Вот, и сейчас буду вязать вот эту вот часть, вывязывая как бы горловинку. Первый ряд я ничего не делаю, я просто его довязываю до конца. Две последние петли я не довязываю, поворачиваю. Это мы делаем для плавного спуска. Значит, провязываю эти две петли, далее провязываю следующую петлю и первую петлю одеваю на нее, и еще одну и одеваю. То есть таким образом я сократила 3 петли. Здесь первая ступенька — это 3 петли. Вот. Если непонятно, вернитесь и поставьте на замедленный, на 0,5, чтобы видно было как бы каждую петелечку подробно. В принципе, вот этого расчета для горловины, что буду делать я, достаточно будет, я думаю, для всех. Вот для мужских просто добавьте пару петель сюда в оставленные петли. А вот именно вот это закругление, которое я буду делать,
дублируйте у меня, и все будет нормально. Просто разница у вас будет в этих как бы оставленных петлях. Так, снова я 2 петли не довязываю, поворачиваю и возвращаю их, провязываю вместе. 1, следующая петля, и 2. Здесь я закрыла 2 петли. И далее у нас пойдет по одной петле. И снова 2 петли не довязываю, поворачиваюсь и просто провязываю их 2 вместе. Вот здесь мы сократили 1 петлю. Далее вяжу вот такой вот у нас плавный как бы переход. 1. Всего по 1 петле будет 3 раза. И далее ровное вязание до нужной длины. Ну, то есть до вот когда будет здесь 12 сантиметров, а в длину в целом 60, так как я запланировала. Ну, то есть уже окончательная как бы цифра должна быть у вас по итогу. Так, снова 2 петли, второй раз. 1 я сокращаю, 2 петли не довязываю. Теперь я их провяжу вместе в начале ряда и иду дальше вязать. И еще один раз вот так вот я сделаю. На спицах у меня останется 20 петель, это в моем случае важно, вы считаете 20 петель, и я довязываю до высоты. То есть здесь я сделала закругление, здесь ровное вязание сейчас у меня. Так, вот я провязала, смотрите, я тут уже запуталась. В общем, здесь у меня в длину 60 сантиметров. Все как и... Смотрите, как я запуталась. Мне нужно сейчас вернуться к горловине, чтобы переснять эти петли. В общем, длина проймы у меня 27 сантиметров. Длина от проймы вниз 33, и всего 60 сантиметров у меня глубина горловины 16 сантиметров. Вот, а что я сейчас делаю? Я довязываю ряд до углубления горловины, и здесь вот сейчас пересниму эти петли. То есть у нас сейчас я пересниму и покажу, будет хорошо видно эту деталь. Остаются открытые петли, вот эти вот 10 и вот эти 20 петель плеча. Так, есть теперь эти петельки. Я оставляю, перехожу к спинке. Спинку вяжем просто ровным полотном. Ничего с ней не делаю. Сейчас все вам покажу. Значит, вот наша передняя деталь, петли, которые мы оставили, петли, вот эти, видите, зацепилась, протяжку сделала, петли 10, которые мы оставили, вот она наша круглая горловина, и вот они петли плеча 20. Так, теперь идем дальше, и вот по длине у меня 60 сантиметров. Вот, теперь переходим, здесь я ниточку отрываю и оставляю эти петли в свободном полете. Сейчас я вяжу просто петли спинки, 75 петель, ничего не делая. Просто вяжу кромочные, здесь у нас, вспоминаем, в рукаве получается у нас 2 как бы среза рукава.
которые мы вяжем изнаночной петлей кромочной, вот, чтобы вот так вот у нас получилось. Нам просто удобнее с этой петли будет потом доставать петельки, набирать для рукава, поэтому здесь мы вяжем изнаночной. То есть сейчас я вот эти петли до маркера спиночки вяжу. Так, провязала я спиночку, тра-та-там, значит, по передней детали я посчитала петли и провязала. Значит, что я сделаю сейчас? Мне нужно, тут, в принципе, смотрите, если у вас лицевая и изнаночная сторона как-то, может быть, отличаются, то вот так вот складываю вот эту переднюю деталь, плечевой шов и заднюю. И я сейчас одно плечико сошью. Вот. И у меня будет уже одно плечико готово. Раз. Здесь у меня где-то петелька потерялась, одна ниточка потерялась. Тут можно прикрутить, конечно, спицу, чтобы не мучиться так, как я. Ну, я уже так. Не очень сильно затягиваю, потому что это все-таки английская резинка, которая должна быть в свободном полете. Так, и вот последняя моя петля. Вот эту ниточку нам сейчас нужно обрезать, потому что наш ряд должен закончиться именно здесь. Здесь вот можно эти две ниточки связать, можно нет. Ну, в общем, здесь у нас все заканчивается пока. Вот оно, наше плечико. Видите, должно растягиваться. Ну, не так, чтобы совсем обвисло, но более-менее должно растягиваться. Так, теперь я вот эти петли спинки переснимаю тоже сюда. Все-таки, наверное, надо спицу тут одевать, чтобы, хотя бы для переснимания. Они у нас пока остаются открытыми. Здесь у нас будет и второе плечико, и капюшон. Так, все. Пересняла я эти петли. Теперь мне нужно сделать вторую полочку. Вторую полочку мы полностью дублируем по первой. То есть вяжем то же самое, только следим за тем, чтобы вырез у нас был не со стороны рукава. Вот такую полочку я вывязываю сейчас. Единственное, что на что обращу внимание, что начинаем мы свое вязание отсюда, с проем, потому что здесь у нас продолжается ряд. Вот. И вывязываю точно такую же полочку, как и первая наша. Так, светит у меня солнышко, девчонки. Будем надеяться, что все будет хорошо видно. Так. Ну, мне нужно отснять кусочек. Значит, продублировала я вот эту вот часть, только, в общем, показываю. Вот это первая эта часть, которую мы уже и плечико сшили, да, а вот это вот вторая часть. Обе как бы оставленные 10 петель и 10 я одела на вот эту вспомогательную спицу. Еще у меня здесь находятся петли с
спинке. Теперь контролируем, чтобы у нас лицевая сторона, так называемая, ту, которую мы выбрали, была внутри. Я это контролирую швом. И сейчас я просто сошью еще вот эту вторую часть, второе плечико, и мы перейдем к капюшону. Очень интересный, занимательный отрезок нашей работы. Но если вы один раз научитесь, поверьте мне, вы будете довольны на всю оставшуюся жизнь, умея делать этот капюшон. И чё? А вот у меня здесь, девчонки, мне нужно к боковушку перейти, поэтому мне нужно еще один ряд создать. Вот точно так же, как в прошлой половине. Так, вот теперь вот я прикладываю. Давайте я все-таки возьму спицу, туда прикручу. Хоть какую-нибудь, чтобы вам было понятнее. А то я ковыряюсь, да? Вы мне спокойно можете предъявить, что я фигню делаю, вам ничего не понятно. В общем, складываю я переднюю и заднюю вещь, так, спиночку, вот он наш рукав, и начиная от рукава, ой, прекрасно, у нас тучка в окошке, я сшиваю плечико второе. Так, солнышко у нас опять вылезло. Так спешила я доснять эту часть до того, пока вылезет солнышко в окошко. Ну, не получилось у меня. Так, итак, здесь я сшила второе плечо, ниточку я обрезала, потому что она мне будет нужна в другом месте. Итак, что у нас есть на данном этапе? Вот смотрите, у меня на спице, на дополнительной петли спинки, передние детали. Сейчас я его пересниму. Это все дело. Так, я переснимаю на рабочую спицу петли спинки. Сейчас вот самый такой неприятный момент, но вы его не бойтесь. Если все вы выполняли в точности, как я, то у вас все получится. И далее, если все, я здесь даже не буду подрезать видео, вот этот кусок, момент соединения, я оставлю как бы полностью. Значит, что мне еще нужно? Мне нужно переснять вот эти вот петли, а потом переснять на другую спицу, то есть развернуть их нужно в правильную сторону. То есть я их снимаю с дополнительной спицы. Теперь беру основную, вторую половину и переснимаю. Они уже у нас провязаны, как бы здесь вот эта вот часть. Нам нужно вот так 10 петель. Теперь у нас изнаночная петля. Теперь мы добираем из вот этих вот, где у нас скос вот этот вывязан, и по узору смотрим, здесь у нас изнаночная, ой, а нить, Вика, нить мы, нам нужно привязать, но привязать где-то вот здесь вот в промежутке аккуратненько. Так, теперь изнаночная петля, мы ее вытаскиваем, вот она у нас. Теперь лицевая, вот прям вот стараемся лицевую, прям из косички, вот так, чтобы она продолжалась. Изнаночная то же самое. Изнаночная, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
9, вот 9 петель мы здесь добрали, смотрите, видите. Теперь мы набираем с кромочных, вот 9 10, что у нас здесь, лицевая, изнаночная, 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Так, и здесь у нас что? У нас здесь изнаночная петля. Все прекрасно. Мы здесь попадаем в узор 19. То есть здесь у меня лицевая, то здесь изнаночная. Провязываем петли спинки по узору. Так, здесь, возможно, у нас образуется здесь дырочка, но сейчас мы посмотрим. То есть здесь я набрала петли и соединила уже спинку с правой полочкой. Теперь я по правой, по спинке провязываю петли. Так, теперь по спинке 1 2 3 4 5 и 6 петель я провязала по спиночке. Теперь 3 петли вместе, здесь нам нужно немножечко убрать по спинке петель. 3 петли вместе изнаночной я провязываю и вяжу до конца, не довязав 9 петель, чтобы снова провязать эти 3 и 6 петель до плечика. То есть я сократила 4 петли по спинке. Это не все, еще я сокращу в следующем лицевом ряду. Это у нас лицевой ряд. Так, 9, 1 2 3 4, вот 9. Значит, 9 петель до конца, 3 петли вместе изнаночной и 6 петель я провязываю. Теперь здесь вот начинаем с лицевой петли, потому что здесь у нас изнаночная, изнаночная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Здесь изнаночная, вот смотрите, здесь у нас лицевая получается, вот здесь вот, потому что она такая лицевая. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Так, нет, 9, да, все правильно, 10. Здесь вот лицевая, 11, здесь уже дальше по узору изнаночная, 12 лицевая, 13 изнаночная, 14, 15, 16, 17,
18 вот здесь вот почему-то у меня на одну петлю меньше, но тем не менее все получилось, все попало в узор. Так, и довязываем вот этот вот ряд до конца уже из этих оставленных петель. То есть мы начали с правой полочки, закончили левой. Теперь у нас изнаночный ряд, мы его вяжем по узору. Так, здесь не забываем, у нас кромочная лицевая. Здесь вот эту изнаночную провяжите, провязываете, то есть лицевую, как обычную, потому что будет сильное углубление, как бы, вот, не углубление, а уплотнение, не надо. Вот этот первый ряд изнаночный провяжите нормально, лицевую петлю провяжите нормально, не пышной, а потом уже будете по узору. По спинке нет, по спинке нормально, только те петли, которые вы добрали. Вот я еще нахожусь здесь, где я добирала петли. И теперь уже по спинке я вяжу нормально. Кстати, дырочек здесь, в принципе-то, и не остается. Вот где 3 вместе, тоже обычную лицевую. Вот здесь вот я тоже к дополнительным петлям, так, это еще спинка, я провязываю нормально, а вот здесь вот в набранных петлях я провязываю просто резинкой, только здесь, далее все будет как и было. Так, все, я уже перешла на эти 10 петель обычных, ну, то есть из вязания оставленных, и вяжу их нормально полупатентной резинкой. Последняя кромочная лицевой. Так, и все. С третьего ряда мы уже все вяжем полностью полупатентной резинкой вверх. Единственное, что еще сделаем 2 сокращения. Так, здесь у нас как это выглядит, сейчас посмотрим. В принципе, все у нас вписалось здесь в узор красиво, все хорошо. Здесь вот мы по спинке, вот я уже перешла на спинку, а вот здесь вот придется прихватить, наверное, этот уголочек, потом ниточка, ничего. Так, мы доходим до той изнаночной, которую мы провязали вместе, вот 3 вместе. И еще раз, начиная с нее, провязываем 3 вместе изнаночной. И все, вернее, все с этой стороны, все. Вот здесь вот в конце. Для чего мы это делаем? Для лучшей посадки и для того, чтобы вот этот вот кардиган не сползал, как бы, чтобы он более плотно сидел по фигуре. Потому что, почему, я сейчас объясню почему. Потому что, сейчас я вам расскажу, почему я это сделала. Вот она, сокращу петли, потом расскажу. Значит, вот она, было 3 вместе, и сейчас она с другой стороны, она последняя, то есть не ее мы замыкаем. 3 изнаночные снова вместе, еще 4 петли мы сократили, всего 8 петель, и дальше вяжем по узору. Теперь объясняю, для чего я это делаю. В шитье, если вы кроите по выкройке, вот кто счет, тот меня поймет, всегда вырез горловины, он больше, чем капюшон. И за счет посадки, как бы, вот этого выреза горловины в капюшон, либо в горловину, это в
любом случае, либо это горловина, то есть мы горловину стягиваем, да, при вязании даже мы стягиваем горловинку. И при этом потом это изделие как бы хорошо облегает спиночку, так кругленько, хорошо как бы обволакивает, обнимает спинку. Вот для этого я сделала эти сокращения. То есть подразумевается именно этот припуск на спинку, который должен быть меньше, чем вот сам капюшон. Вот. Нормально объяснила, вы поняли или вы не поняли. Ну, в общем, как-то так, девчонки. Так, сейчас я просто вяжу вверх. Уже ничего я не убавляю, не добавляю, просто вяжу вверх вот так красиво полупатентной резиночкой. Так, это изнанка с лица, но выглядит красивее. Мы здесь набирали петли, более такое однородное полотно получается. Девчонки, вот провязала я вверх ⅝ сантиметра. Да, вот он стык, 25 сантиметров. Так, где так, вот она. Значит, давайте вот так вот нарисуем весь наш капюшон. Здесь провязано 25 сантиметров вверх. И теперь вот здесь вот мы будем вязать по 3 вместе. 3. У меня всего 83 петли по капюшону. Значит, вот начиная здесь 40 и 40. То есть тоже точно так же разделите это и вычислите среднее 3. В любом случае у вас будет либо... В любом случае у вас будет 3, потому что число петель у нас нечетное. Вот. И определяем вот эту вот центральную петлю. У меня она 42. И по ней будем как бы вывязывать, из нее, вернее, будем вывязывать, она будет центральная, эти по 3 вместе, в каждом лицевом ряду. Так, итак, я вяжу 40 петель, а потом 3 петли провязываю вместе. Сейчас посмотрим, даже не знаю, какие они у меня будут. Лицевая средняя. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она центральная у меня лицевая, я ее ставлю на первое место, либо, знаете, нет, я все-таки, я провяжу их изнаночной, и центральная у меня будет изнаночная. Я буду провязывать изнаночной 3 вместе. Если вы хотите, чтобы вот так, и центральная у меня лицевая, я ее ставлю на первое место, таким вот образом, и провязываю 3 вместе. И далее вяжу следующие 40 петель. И так я буду делать в каждом лицевом ряду. Сейчас изнаночный ряд вяжу без изменений. В следующем ряду, отталкиваясь от вот этой вот центральной, я делаю 3 петли вместе. Тоже меняю местами, чтобы она все время у нас вот так шла центральная, эта лицевая петля. Так, мои хорошие, вот он мой капюшон. Вот с изнанкой, видите, как это выглядит. А с лицевой стороны... Вот таким вот образом. Вот она, наша лицевая. Всего сокращение у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 раз я сделала эти сокращения. Высоту, значит, мы сейчас провязали после сокращений, да? Где-то 9 сантиметров, может 10. Это ж такая вязка, вы понимаете, что ее сложно как бы измерить. Но всего высота моего капюшона, это модель такая, что капюшон должен быть таким объемным,
всего высота моего капюшона 30, вот опять же, где-то 35 сантиметров, но не меньше, девчонки. Если мужской, доведите его до 40 сантиметров. Вот 10 сантиметров вот это вот как бы высота этого скоса, и все остальное пустите на капюшон, потому что, ну, то есть до этого на ровное вязание, потому что если капюшон будет маленький, вся же как бы соль этого капюшона в том, что он объемный, такой вот как снуд, воротник такой вот уютный, теплый, объемный, он выполняет и роль снуда зимой, и шапки, и всего. Вот теперь что я делаю, я закрою вот эти петли, смотрите, обязательно складываем лицевой стороной вовнутрь при помощи крючка, точно так же как плечика. Я вот здесь вот разделила, где у меня центр, из двух спиц я буду их закрывать. Из двух спиц я буду закрывать эти петли крючком, точно так же как и плечо, немножко посвободнее. Здесь уже шов будет покрасивее, потому что у меня здесь будут совпадать лицевая и изнаночная, слава богу. Вот там на плече сделайте так, как я вам сказала, чтобы у вас тоже все совпало. По пряже, девчонки, что хочу сказать, ушло у меня 5 мотков пряжи. Я думала, что мне не хватит изначально, потом в процессе мне показалось, что мне хватит даже на планку, потом в процессе оказалось, что на планку мне не хватит. Но планку я довяжу, когда буду в Украине, я докуплю еще пряжи, потому что здесь найти либо заказать нереально. В данный момент я в Чехии нахожусь, и эту планку я доделаю. Вы же можете ее легко связать. Вот пока я закрываю, вам расскажу. Я оставлю видео в инфобоксе, под видео откройте ссылочку. Супер планка, девчонки, действительно супер. Вы вот посмотрите обязательно это видео, потому что вы им будете пользоваться, и вы эту планку будете вязать потом в любом изделии. Там планка адаптируется под любое изделие, под планку, под круговое вязание, V-образный вырез, как бы по кругу без сшивания этой планки. Очень красивая, аккуратная, она вяжется в последнюю очередь, но она не пришивается, а привязывается, и очень красиво петельки там, все в этом мастер-классе вы сделаете, и вы свяжете планку, сделаете дырки для пуговиц, пришьете пуговицы, и у вас будет шикарный кардиганчик с планочкой. Вот так, здесь вот эта центральная последняя петля. Вот все, капюшончик мы закончили. По поводу планочки я тоже вам сказала. Вот планку вы свяжете легко по моему видео. Вот. А я когда свяжу, как все-таки, когда я докуплю эту пряжу, конечно, мне бы хотелось сейчас, хотя он и так красивый. Я видел в интернете, же они есть без застежек, вот такие вот накидоны без никаких застежек, без никаких планок. Но все-таки мы же практичные девочки, нам нужно, чтобы зимой это все дело застегивалось, да, и чтобы нам было тепло и комфортно, чтобы было не только красиво, а тепло и комфортно. Так, девчонки, пришло у нас время рукава. Вот чуть-чуть у меня здесь изменения, сейчас все вам расскажу. Значит, первым делом я что-то думала, что я так визуально определила ширину рукава, да, и все будет нормально. Не будет нормально. Я вот для пробы один уже связала, поэтому вам теперь рассказываю. Значит, считаю я кромочные петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Вот. Значит, это значит, что по идее у меня здесь должно быть 36 петель и здесь 36 петель. Ну, то есть у меня здесь получается, что по 72 ряда. Но я сделаю таким вот образом. 36 петель мне много. Мне нужно всего лишь 30 петель, потому что я вот взяла вот снизу, да, и рисовала. И вот сложив, как обычно я делаю, вот эту уже готовую связанную деталь, я таким вот образом определила, сколько петель мне нужно на рукав. Вот так вот визуально я измерила. Вот такой вот рукав мне нравится. И это 60 петель. То есть мне с каждой стороны нужно набрать 30 петель. Ну, еще 2 петли. У меня там получается, то есть равномерно мне нужно как набрать петли вот из этих 30 кромочных, ой, из этих 36 кромочных, но 31 петлю, потому что все-таки не получается. Как я делала? Значит, я делала вот таким вот образом. А, еще один нюанс, девчонки, вот смотрите, с этой стороны у меня после кромочной идет изнаночная, с этой стороны лицевая. Вот вы, чтобы у вас такого не было, и это из-за этого у меня вот здесь, вот видите, они в шахматном порядке на плечике расположены, эти петельки. Вы, вот не делайте мою ошибку, сделайте в пройме, провяжите две вместе, чтобы у вас после кромочной было здесь изнаночная и здесь изнаночная. Одну петлю уберите. Так, и теперь набираю я петли. Я посчитала, что если, чтобы убрать 6 петель из 36, мне нужно просто каждую шестую не набирать петлю. Значит, 1. Я набираю сразу резинкой. 2. 3, 4, 5, одну пропускаю, 1, 2, 3, 4, 5, одну пропускаю, 1, 2, 3, 4, 5, одну пропускаю, 1, 2, 3, 4, 5, одну пропускаю. Это у меня уже 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, одну пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5, одну пропускаю, вот видите, и здесь одна еще перед швом и одна после шва. И далее повторяем то же самое, то есть здесь я одну пропускаю и начинаю через одну вязать по узору. 1, 2, 3, 4, 5, пропускаю,
И так до конца, еще с этой стороны я добираю 31 петлю. Так, все, набрала я 32 петли, девчонки. Здесь нам нужен обязательно маркер. Обязательно. Потому что нам нужно знать, где у нас начало и конец ряда. Потому что круговую вязать не так-то просто этим узором. Но сейчас я вам покажу. Значит, первый ряд мы вяжем так, как и вязали. Я привязала ниточку. Так, значит, здесь я вот так вот прям провязываю. Здесь, в принципе, можно провязать обычный ряд. Но я провязываю прям так. Уже начиная отсюда вывязывать как бы эту пышную резинку. Изнаночную нормально, а лицевую вот таким вот образом. И так по кругу ряд. Так, кружочек я провязала. И теперь кружочек у нас как бы изнаночный, в нашем случае сейчас четный ряд. Значит, лицевую петлю мы провязываем просто обычно теперь наоборот, а изнаночную на ряд ниже. Не вот так вот, а на ряд ниже. То есть здесь мы будем чередовать. Если это сильно как бы запутано для вас, то вяжите, ой, видите, уже для меня запутано, это тоже тут нужно как бы привыкнуть. Вот, если слишком для вас это как бы заморочисто, вяжите со швом и все, потому что если вы новичок, то, конечно, здесь придется призадуматься. Ну, оно то и не сложно, но просто чтобы не запутаться, да. Оно, в принципе, и видно, да, вот есть этот дополнительный ряд, а здесь его как бы и нету. Поэтому я думаю, оно видно, но все равно. Вот, вот так вот и вяжем на нужную нам длину рукава. Рукав мы вяжем. Вот смотрите, я его только провязала. Вот такие вот спицы у меня есть деревянные носочные, 4 миллиметра и 1 4,5. Вот так вот у меня получилось, растерялась, но я сейчас все еще в процессе переезда, ремонта, поэтому не все могу найти. Я думаю, вы обратили внимание, у меня то маркера нет, очков нет, то еще чего-то нет. Ну, в общем, я в двух квартирах, и в обеих у меня процесс ремонта. Значит, здесь в длину у меня 43 сантиметра, но это еще мы не как бы без обработки, по итогу посмотрим. И я сейчас перехожу на круговые спицы. Давайте вот эту петлю я еще провяжу на круговые, на носочные. И что я буду делать? Это уже рукав у нас будет вот такой вот прелестный, прекрасный. Смотрите, законченный рукавчик. Очень красиво смотрится. Вот. Сейчас очень актуальный такой рукавчик. Вот. И его мы сделаем очень простым способом. Значит, на круговые. И почему я перехожу на вот эти вот спицы? Они, во-первых, тоньше. Во-вторых, если вам удобно на круговых, пожалуйста, продолжайте. Но я почему-то маленький вот манжетик на круговых, вот эти постоянные протяжки, мне не нравятся. Поэтому я перехожу здесь на носочный. И я провязываю вот лицевую с изнаночной вместе
лицевой, то есть вдвое сокращаю количество петель, и у меня останется на спицах 31 петля. Вот где-то по 10 петель у меня будет на каждой спице, на одной будет 11, 1, 2, 3, 4, 5. Есть одна спица, вторая спица. Вот, то есть я разделяю на 3 спицы, вы можете на 4, если вам удобнее, можете на круговых, просто провязываете сейчас вот эти вот лицевую с изнаночной вместе, то есть сокращаете половину петель, и далее вяжем чулочной гладью. Так, и последняя спица у меня. Я круговые спицы откладываю уже и вяжу еще 9 рядов, всего 10 рядов чулочной глади лицевыми петлями по кругу. Я провязала 10 рядов. Конечно, еще одна пометка. Вы можете связать обычную резинку и так не заморачиваться. Если это мужской джемпер, то понятное дело, что здесь вам будет резинка в помощь. Да, то есть этот вариант используем только для девочек. Для мальчиков это не годится. Для мальчиков у нас резинка. Значит, я взяла иглу. Я сейчас подхвачу вот эту петельку. Немножко просто зафиксирую. Ага, снизу, наверное. С этой петлей просто, знаете, чтобы нить. И теперь находим эту петлю, как бы первый ряд вот этой петли. Вот он, кстати, видно. Подхватываем его. И подхватываем петельку и фиксируем. То есть мы подшиваем. Снова следующая петля. И петлю со спицы. И так вот по кругу мы проходимся. И по итогу у нас получается такой красивый рукавчик, оформление рукавчика. Так, девчонки, вот он готовенький мой кардиганчик. Готовенький, свеженький, тепленький, еще даже влажненький. Вот такая вот, вот такой вот капюшончик цельновязанный. Вот, конечно же, не хватает здесь планки, но и так он очень-очень законченный. Вот мне нравится вот так вот. Не знаю, как будет. Я планирую эту планку все-таки связать. Вот, потому что ну, осень же, зима, правильно? Нам нужно утепляться. Вот. Но и так, я же говорю, и так он очень законченный, очень такой пояс бы, может быть, здесь бы был неплохой. Вот рукавчик вам сейчас покажу, вот такой вот симпатичный рукавчик. Значит, фото на мне будет попозже в Инстаграме, сейчас не получается. Вот, ну, в принципе-то и все. Связать вы можете на любой размер по этим расчетам. Подставляете свои циферки и вяжете, девчонки. Вот такая вот прелесть. Мужчинам, вяжите мужчинам. Очень классно будет. Капюшон будет использоваться вместо снуда и шапки, и всего чего угодно. Рукав, конечно же, сделайте нормальный классический рукав с убавлениями и резинкой. Вот, а так мужской вариант вполне себе приемлемый, не то чтобы приемлемый, супер вариант мужской. Вот так вот, девчонки, в принципе, все на сегодня. Я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.